Ну вот, ребят, пока иду, у меня тоже такая возникла мысль. Ну, в общем, иногда мне говорят, чтобы я сделал ночевку, там какой-то поход немножко другого плана. В принципе, я не против и, наверное, когда-нибудь сделаю, но хочу сказать, что мне вот интересно именно такие вот пешие прогулки выходного дня. Я даже стараюсь сделать по минимуму, минимально остановки, чтобы перекусить, потому что мне нравится вот именно не стационарно где-то вот походить, полазить. Это первое. Второе, ну, ночевку делать по времени немножко не получается у меня, не всегда удобно, поэтому я делаю именно такие вылазки, как делаю сейчас. Понятно, что у каждого из нас свои пристрастия. Например, кто-то водник, кто-то предпочитает лачуги различные строить в лесу и там, так сказать, проводить время. Это тоже здорово, то есть у каждого свой интерес. Мне вот нравится именно ходить. Поэтому, все взвесив, прикинув свои силы, возможности, я вот именно такой формат для себя выбрал. Именно вот короткие прогулки выходного дня. Хотя иногда они бывают и по 20 часов. То есть бывает, уходишь и чуть ли не сутки где-нибудь лазишь. Ну, такой формат. Ну и вот даже сегодняшняя прогулка, она, на мой взгляд, достаточно легкая. Здесь нет какой-то сложности. Место это недалеко находится от населенного пункта. Но это очередное подтверждение, повторюсь, что любой человек, кто хочет погулять, все, не обязательно сразу строить там какие-то планы себе глобальнейшие. Я вас уверяю, выйти даже вот так полазить куда-нибудь, особенно если не по тропинкам идти, а задаться целью куда-нибудь выйти, вот именно в лес, сойти с троп. Он, такой выход порадует любого человека. Тут и уединение, и какие-то навыки проявляются. Отработать что-то можно. Да и вообще. Вот. Ну ладно. Мне скоро на выход. Там еще пару раз камеру включу около реки. А дальше уже, наверное, при заходе в лес. Посмотрите, ребят, как красиво березки стоят. Как же красиво. И когда вот такие вот я вижу места, как вот здесь, например, мне приходят такие мысли, что вот березы, в частности, точно так же стояли и 50 лет назад росли они, и 100, и 200 лет назад. Меняются люди, мир меняется, жизнь меняется. А какие-то вот истинные ценности, как, например, такие моменты, как красота, искусство, любовь и так далее, истинные ценности, они не меняются. Вот как растут вот эти березы сейчас, я говорю, и 200, и 300 лет, все то же самое. Поколения сменились, а они растут и радуют нас своим видом, как бы говоря и намекая: ребята, опомнитесь, не на том вы сконцентрировались, так сказать. Вот. Вот такие мысли мне приходят, когда вижу вот такие березнячки, березки,
А сегодня еще к этим мыслям вот и небо, и погода с солнцем добавились. Вот. А мне уже нужно торопиться, потому что я говорю, я сегодня уезжаю, а по времени я что-то чувствую, что малость загулялся уже. Особо вписываюсь с таким, с большим напрягом. Надо побыстрее идти.